за менструйне спалення. Вона знаходиться в комплексі Star Dreams. Це Святой Влас. Второй этаж. Общая площадь 120 квадратов. Это у нас зал. Зона кухни. Холодильник. Посуда. Вся посуда для приготовления еды. Стиральная машина. Телевизор. Есть интернет. Роутер. Выход на балкон. Спальня. Двуспальная кровать. Опять с выходом на балкон. Кондиционер. Вот сейчас открою балкон, что есть выход в спальню. Шкаф. Телевизор. Санузел. В данном апартаменте два санузла. Вот, мы сейчас посмотрим. Ванная. Возвращаемся опять в зал. Это прихожая. Вот видим утюг. Так, второй санузел – душевая кабина. В каждом санузле есть бойлер. То есть вода нагревается, горячая идет через бойлер. И еще одна спальня. Опять с кондиционером. Телевидение. С выходом на балкон. Выход на балкон. Шкаф. И теперь мы выйдем на балкон, который замечательный, просто замечательный вид, панорама на море. Балкон 20 квадратов, очень большой балкон. И вообще панорама просто супер. Вот он балкон. Панорама на море. Вид на бассейн. Апартамент находится на втором этаже. Невысокий этаж. Вмещает максимум 6 гостей. Вот такой вот вид. Апартамент с двумя спальнями, то есть кухня, зал и две изолированных спальни. Два санузла. Вмещает 6 гостей, так как в одной спальне кровать двухспальная, цельная, а в другой спальне получается у нас кровать, она полутораспальная, она раздвигается. Диван тоже раздвигается вперед, одна часть, и вторая, соответственно, в таком виде. Если нужно еще дополнительные места, абсолютно все решаемо. Но, я думаю, в любом случае, больше 6 нету смысла. Вот такой красивый апартамент.